Всем привет, я Костя Андреев, и сегодня расскажу, как важно быть универсальным. Я провел много времени в парке Dirty и Street Air, и это дало мне максимальный опыт и контроль. Оттачивая трюки в парке и перенося их на стрит, и наоборот, ты быстрее развиваешься. Почти все самые крутые стритеры вышли из парка. Так что не стоит зацикливаться на чем-то одном. Будь универсальный. Задание. Пришли нам видео с максимально универсальным катанием.